прошли две напряженнейшие игры. Ваши ощущения? Ну, эмоции зашкаливают, особенно после второго матча. Проигрывали 5-2. Или, ну, с разницей 3 мяча проигрывали. Играли до конца, терпели. Ну, когда-то нам должно было вернуться за наши неудачи. Вытащили матч в самом конце. Ну, в принципе, я считаю, что мы не заслуживали поражения. Играли довольно неплохо, упустили много голевых моментов. Так же, как и команда «Альфа». Ну, вот. По поводу первой игры могу сказать, что ну, такой напряженности такого не было. Потому что у команды «Китов» некоторые какие играли с травмами, не могли играть в полную силу. Ну и, в принципе, счет, я думаю, как бы закономерный там был. Ну, борьбы такой не получилось. Но спасибо ребятам, что не приехали. Хотели они перенести игру, но у нас уже не получается там переносить игры сейчас. Поэтому, ну, вот, вы все видели, в принципе, сами. Как капитан команды, кого-то, одного из своих игроков, может быть, кто выделился больше всех, отметите? Ну, я не люблю никогда никого выделять. Считаю, что у нас одна команда, каждый может решить исход встречи. Ну, сегодня в первой игре Эдик был в ударе, во второй тоже забил. В принципе, я думаю, его можно похвалить и назвать на этой неделе лучшим игроком в нашей команде. Тащил команду, действительно. Но также и хочу сказать огромное спасибо всем остальным ребятам. Ну, вот каждый отдавался на поле, те, кто играли. Выходил, бился до последней секунды. Ну, в итоге нам это все воздалось.